Компания «Бостон Техник» представляет к обзору лифтер для уборки подсолнечников производства «Джон Дир» 2001 года с небольшой наработкой 30 гектар. Полностью комплектный. Остальные сараи не работают. И покраска видно, что практически она не работает. Нет, больше заметки. Само мотовило ровное. Есть большие загибы. Я так понимаю, при транспортировке нам погрузки загнули. В целом она без вмятин, без сгибов.